Уверенность тебе идет. Заслуженная. А ты горда. Видишь ли, я никогда не понимала, почему гордыня считается смертным грехом. Сила, которую ты ощущаешь сейчас, после выполнения трудного задания, разве она не делает тебя могучей? У тебя огромные перспективы, великолепные результаты. Разве ты не заслужила награды? Возможно, но не от тебя. Перед тем, как ты совершишь роковую ошибку, я хочу сделать тебе предложение. Ты повидала мир. Видела его состояние. Ты достаточно умна, чтобы понимать, что кто-то солгал тебе. Плана нет. Равновесия нет. Это все ложь. Но представь, если бы это было правдой. Представь, куда ты и я могли бы действительно направить этот мир. Навести в нем порядок. Разве ты не этого хочешь? Мы могли бы стать силой равновесия, которую заслуживает этот мир. Мы могли бы обрести величие. Когда-то эта речь могла бы на меня подействовать, но тогда я еще не понимала, насколько отвратительной бывает гордыня. Спасибо тебе за это щедрое предложение, но если этому миру суждено возродиться, это не будет нашей с тобой заслугой. А, как жаль, что ты играешь эту роль! Ты не должна быть ничьей пешкой! Содеянное в твоей жалкой жизни не может сравниться с тем, чего достигла я. Ты говорила с повелителем пустот. Он знал. Он тоже был гордым. Расскажи мне о совете. Твои так называемые хозяева поражены гордыней. Они не служат равновесию. Как ты думаешь, кто выпустил семерых из заточения? Для чего мы нужны, если нет людей, которых можно совращать? Ну скажи же мне, что я говорю неправду. Ты не можешь отрицать, что гордость все еще живет в тебе, не так ли? Хватит пустой лести. Расскажи мне все! Ты уже все знаешь, госпожа. Вся ирония в том, что на этот раз твой враг прав. Ты должна чувствовать гордость.
Но нет, ты чувствуешь только страх. Страх, что, оказавшись так близко к величию, ты падешь. Видишь, твой совет предал тебя. Наблюдатель? Всегда такая красивая. Когда-то я так завидовала тебе, сестра. Зависть. Нет. Было правдой! Да, все это. Я завидую этому невежеству. Какое блаженство, да? Ты знаешь, чему еще я завидую? Твоей силе! И благодаря нашим общим благодетелям, эта сила моя! Гордыня права. Обугленный совет подставил тебя. Они хотят убить всех нас! Все 7 грехов и всех всадников! Нет! О, но я знаю лучше. Зависть чувствует зависть. Я приняла облик верной служанки, а ты... Всадник стала моим мечом и моим щитом. Теперь, когда другие грехи не стоят у меня на пути, я уничтожу обугленный совет раз и навсегда! И тогда земля наконец-то станет моей! Гордыня предшествует падению! Несколько прямолинейно, но в точку!